сходили мы на гору. Вон туда, на самый верх. Везде там вот такие вот камни. Как в Сызрани. На границе ледника. В поселке Гремячий. А теперь называется «Найди машину пятнистую в лесу». Пойдем до Марча. Где морда? Ну это, блин, это не морда, это прям какая-то это. Так, а вон и наша машина. Что тут за палки? Что тут за палки летают? Кого? Дельфина показать, иди сюда. Вон дельфин. Я вот в упор не вижу. Вот он. А, вот морду вижу дельфина. Все, ищем Марча. Вот и морчок. Да, здесь вот деревьев много, вот таких вот горбатых. А это загогульно. Короче, на Марче мы только до сюда доехали. Здесь дальше прям это деревья валяются везде. Прям какой-то это. Сосны с корнями повыпадали. Опа. Дальше у нас все. Дороги нет. Сзади тоже у нас там не супер. Ну все, поехали обратно.